Включаем телефон. Как видите, дисплей разбит. Аппарат включается. Модель SM-G500. Galaxy G5. Сейчас поменяем дисплейный модуль. Как видите, винты я уже открутил. Такой дисплейный модуль хорошего качества, 55 евро сегодня он стоит. За замену там уже смотрите сами, кто сколько. Я думаю, 10-15 евро нормальная цена взять за замену такого модуля. Давайте проверим. Работает. Как видите, полностью проклеенный. Даже дисплей. Разогреваем хорошо, особенно низ. Здесь у нас по-любому стоит нижний шлейф кнопок с подсветкой. Обратите внимание.
Удаляем пыль, обезжириваем. Так, смотрим, что у нас здесь. Прокладка под камеру у нас стоит. Можно не снимать. Здесь у нас больше ничего нету. Здесь у нас тоже нет никакого каптурного скотча, так что можно клеить. Вставляем разъем. Для качественной посадки на двусторонний скотч я бы посоветовал немного прогреть. Еще раз двусторонний скотч для просто поставить на пару минут на сепаратор. И как следует пройтись по тем местам. Двусторонний скотч приклеивается к рамке. Как видите, очень хорошо село все. Ничего не выглядывает.
Всем спасибо за внимание. Это была Samsung SM J500, Galaxy J5, новая модель на сегодняшний день. Вот, еще раз повторюсь, дисплей сегодня стоит 55 евро. Я беру, мы берем за эту работу 60, всего лишь 5 евро за установку, учитывая конкуренцию того места, где мы работаем. Вот так, в принципе, можно взять 10-15-20 евро смело за установку данного дисплейного модуля. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всем спасибо за внимание и удачи в работе.